Ей 100 лет, полвека она прожила в забвении, самоотлучение от любимого дела, за плечами нерастраченный талант художницы, танцовщицы, кинорежиссера и роковая слава автора профашистских кинокартин. Лени Рефеншталь на камерной сцене Малого драматического театра танцует, мечтает, вспоминает, заставляет задуматься. Фантазии о знаковой фигуре прошлого столетия предстанут перед зрителями в премьерном спектакле Олега Дмитриева «Синий свет» по одноименной пьесе Миека Оучи. Но в отличие от исходного текста, наравне с Лени Рефеншталь появляется не менее значимая героиня – кинопродюсер Хелен. Именно ей адресует свои воспоминания и размышления о непростых взаимоотношениях с властью – художница. Эта власть зачастую бывает очень любима и далеко не в последнюю очередь, а может быть и прежде всего художниками. И этот парадокс, заключающийся в том, что чем талантливее человек, чем больше у него художественных возможностей, тем он уязвимее с точки зрения вот этого союза с преступной властью. В спектакле есть отсылки к трем главным фильмам Лени Рефеншталь: «Триумф воли», «Олимпия», наиболее ранней работе «Синий свет». Особенностью этой постановки станет и то, что некоторые актеры предстанут сразу в двух образах. Например, исполнителя роли Адольфа Гитлера также сыграет Уолтер Диснея. По задумке режиссера, именно так в восприятии столетней художницы воспоминания трансформируются и накладываются одно на другое. Премьера спектакля состоится завтра вечером.